Миро. Миро. Было такое, оно не очень хорошее, это то, что урожай. Бутылка, морковь какая-то, но я выпал. Там хижи был, но очень дорогое мясо, даже я не стал брать. Ну, поэтому... Ну, вроде ничего. Да пойдем. Спасибо за тебя. Торопись, Маринка, объяви занятия по собаке. А во сколько будем делать? Сейчас сколько времени? 12. Сейчас 10. 12 пойдет? 12 часов. Хорошо. Маленькая загадка для всех будет. В каком году свои тезисы выставил Мартин Лютер? В школе учили, речь идет о сотнях миллионов людей, которые следуют этому учению. В каком году? А революция, которая была в России, называется Октябрьская, в каком году? 1917. Так вот, на 400 лет назад, в 1517. Один человек. Сегодня это Скандинавия. Прибалтика, это все его имени называется, лютеранство. Православные государства по названию остались, а уже ничего нету. Просто по названию. Вот сегодня говорят, сколько, ну, статистика идет, в Российской Федерации верующих. Отчет дают, сколько, а потом рядом пишут. Из тех, которые назвали себя православными, в храм ходит только, который знает что-то, 0,3%. То есть на 300 человек, назвавшихся православными, только один ходит и что-то знает. Это все выставлено, там исследование очень тщательное, называется «Из тьмы невежества». Я в этом университете техническом вел занятия, и там Цепельникова, она вела 5 лет, 100 групп исследований. Там 20 вопросов стоит, как считают. Что Бог есть, и на все эти вопросы отвечает. Это не просто так, как говорят, с бухты-барахты. Сегодня православных, вот фиктивно называющихся себя православными, 250 миллионов. Те, которые протестантами называются, не считая лютеран, 670 миллионов. Почему? Откуда они взялись? Откуда у них такая прибыль большая? Вот сами для себя ответьте этот вопрос, а ведь это не откуда-то взято, а взято от предсказаний Божиих. Вера от чего? От слушания. Ну, Римлянам 10:17. Вера от слышания. А слышание от чего? Слово Божие. От Слова Божия. В каком году Россия была крещена? Что совсем никто не знает даже. 988. Ирина сказала. 988. Так, хорошо. Подворачивай к нам, брат. Ты сегодня святой. Нам приятно будет поговорить. Крещение. А Библия когда была переведена на русский язык? Синодальный перевод. 1876. 1876. Правильно. Восьмерка, 7-6. Сколько лет в России верили, не имея Слова Божия? Посчитай. Понимаете, вот такая мгла, вот такое молчание и говорит о том, что
закрыто многое-многое от людей. А сказать это нам чуждо, у нас этого не было. Вот мы идем по разным селам, свидетельствуем, раздаем Евангелие. Только то, что вот тут вокруг нас в Алтайском крае, мы раздали 30 тысяч Евангелий. В каждый двор стучали. Кто с нами ездил, знает, как это было. Коробейниковский ход идет когда? Из Барнаула в Коробейниково. И мы туда поехали. Это крестный ход. Ну, в каждой епархии есть где-то протоптанная тропинка. Мы там были. Мы со всех сторон заехали, где-то 48 человек, кажется, приехали. 6 машин или больше еще приехали, даже редакция была. Нашли только 2 Евангелия. Вообще. 2 Евангелия. Мы не в храме, в храм зашли, посмотрели. Ни в ограде, нигде не говорили. Отошли в сторонку. Мы предупредили все, в каждом доме говорили, приходите около храма, мы маленько побеседуем о Боге. Евангелие раздавали. Люди пришли, среди них священник, отец Роман, и милиционер, которого он уже вызвал. В каждом селе, где мы были, первым делом вызывается милиция. Милиционер ходит, майор. Ему надо делать, кого-то брать, а кого брать, того не знает. Он спрашивает священника. А священник прямо пьет: Игнатий Тихонович, умоляю, уходите отсюда скорее. Вот когда бесноватые кричали, когда когда исцелился бесноватый, один голос. Мы это все записали им, павловски такое. Это записано было на один диск и показано архиереям. Что они приняли меры какие-то, что они препятствуют Слову Божию? Ничуть. Этот Роман стал епископом. Мы совершенно неверующие люди. Это мы должны однажды сказать себе. Пришел, отстоял. С чем пришел и с чем ушел? Посмотри, что тебе дали. Что ты получил? Златоуст говорит, если ты пришел, ничего не получил, другими понес, напрасно топтал дворы дома Божия. Я не прибавляю ничего, кроме того, что сказал Златоуст и святые отцы. Вера от слышания. А как приняли? Ну, просто историю пройти. Нужна была какая-то вера. Были снаряжены послы, и они пошли по близлежащим окрестным народностям спрашивать, как вы верите, какие у вас дела, кому жертву приносите. И, наконец, они оказались в Греции, да, тоже встречаются с мусульманами. Это все описано в житии князя Владимира, в житии. И когда послы вернулись, они сказали, они еще не сказали, о, мы были как на небе. Это главная фраза, которая везде, были как на небе. Сразу вопрос, на каком небе были язычники, которые греческого языка ни одного слова не знают? Какое небо они представляли? Воображение. Виталий, скажи, как ты думаешь? Да небо языческое, они другого-то не знали, не христиане, пошли-то язычники от князя Владимира. И вопрос прямо стоит. Ему показали иконы, тогда он сказал, вот это в аду, плохо им, а вот которое там, это хорошо, вот все его верование. Евангелия-то не было. И мы сегодня ничего не можем сделать, даже находясь здесь, некоторые Евангелия еще не прочитали, Библию не прочитали, на занятия не ходят. Пришел столбушок, ушел столбушком. Вера от слышания. Понимаете, вот это все кончится. Написано, сгорит земля и все дела на ней. Дела большие. И все это сгорит. И останется только то, что свято. Летел, говорит, ангел посредине неба, видел, и нес вечное Евангелие. Ни одной библиотеки не будет, ни интернета, ничего не будет. Евангелие нес ангел. А что это за ангел, что у него имени нету? Почему он нес его Евангелие? Куда он его нес? Ну вопрос за вопросом-то задавайте сами себе. Вы от брата считали, что ангел несет по небу? Мы встретились в Новосибирске с теми, которые против. Они говорят, а с чего вы взяли? Он книгу правил нес на Маканон. Я говорю, а где вы это взяли? Нам с детства так говорили, ангел нес на Маканон. Ну, по нашей вере, это как оправдать 2 или 3? То есть мы находимся в ужасной тьме. И пробить эту тьму невозможно, если человек сам не повернется лицом к этому. Если ты молишься в церкви, ты помолись хотя бы об одном. Господи, дай мне различать духи какие. А мы считаем послание к Коринфянам. Дар языков, дар знания языков, различения, толкования. Перечисляет все. О каком даре ты молился? Какой дар получил? Ну, у нас какой дар? Я в хору пою. Там про это не написано.
Апостол Павел не перечисляет. А я работаю там в храме, там свечки тушит, она вставит или еще что-то. Это 90% одетая в мужскую одежду. Откуда? Из Америки все это получили, в брюках. 22 глава, 6 стих, Второзаконие говорится, мерзость пред Богом. Когда мужчина носит женскую одежду, а женщина мужскую, помните, как у нас одеты сестры-то? Они как будто бы с картинки Древней Руси сошли. Зайдите в храм, посмотрите. Приходят, причащают, все проще, работники церковные. Матушка стоит здесь же в брюках. Это мерзость, страна мерзости. Ну, через тебя хоть один услышал, что этого не должно быть. Ты хоть маленький кружок образовал где-то вот, ну, ко мне отношение плохое. Ну, где-то соберитесь в этом доме, в этом. Воскресенья-то нету. Некоторые ноги еще ни разу не положили на занятия. А занятия-то ведь по Слову Божию, по толкованию святых отцов идет. Вот сейчас во сколько? В 12. Я жду-то не кого-то, а жду, кто объявляет всегда у нас. Я что-то не заметил, куда она ушла, Елена Анатольевна. Вот она. Она объявляет. Когда у нас без батюшки, короче, даже в 11, чтобы успеть. И мы разбираем Слово Божие. Некоторые никогда не приходят. Поймите, что будет момент, жизнь заново вся возвратится. Только уже в другом формате будет это. Написано, и каждый ответит за себя. Это и жития говорят, и Библия говорит. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 10 стих. И тогда вот то, что сегодня делает 1 Коринфянам 4 и 5, это все будет выставлено в другом свете. Не судите никак прежде времени, доколе не придет Господь и не осветит сокрытое во мраке. И тогда похвала будет каждому. Не судите никак. В первом веке. Ведь никаких других там вера одна была. Православие как будто бы. Еще ни католиков не было. Называется кафолическая церковь. Чего не хватало людям? Вот просто вдумайтесь в эти слова Писания. И ты увидишь, как необходимо сегодня пересмотреть свою жизнь. За стол молимся, сколько времени уходит, а сколько сидим, одно с другим сравни. Сколько работаем, время-то идет для чрева. Удачно кто-то, неудачно сделал. А по Писанию-то кто будет находить? Вера от слышания. Покажи одну душу хотя бы за жизнь, кто пришел через себя к Богу. Не два, не три, одного покажи, над кем ты работал. Я говорю о суде Божьем. Там будет вот так. Вот у протестантов поется песня. Я не... Не знаю, тут у нас кто из них близко-то так знает. Прямо говорит, не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти. Хоть одну хотел бы душу сноп один в руках нести. Об этом даже разговора нет. Я пришел, отстоял и ушел. Мы прошли с миссионерской поездкой не два города. Отсюда до Владивостока порт Находка и закончили Португалией. Все государства. Скандинавия и Прибалтика. Сколько людей пришло, это Бог знает. Сколько сейчас пишут. Благодаря книгам, другое. Ну мы-то кто? Одни. Златоуст говорит, я один ничего не сделаю, если слово, которое вы слышали, не понесете дальше. Почему за Павлом пошла вся вселенная? Потому что он делом показал, о чем говорит. Вера и дела. Это два крыла, как говорят. Вера и дела. Вот вы сегодня не пропустите это время. Приходите на занятия. Сестра объявила в 12. Какие вопросы разрешайте? У нас занятие идет сегодня по интернету. Наша группа интернетная. Минимум 8-9 занятий. Полтора часа. Один час, один ведет вот, Игорь Владимирович Дыбунов, ведет Ветхий Завет. Прекрасно ведет. Такие у него большие знания. Там ведет себя так, за это цепляется. Но посмотри, какие плоды. Сколько людей Господь коснулся. Сейчас один, а потом сразу время 1.00, меня называют и говорят, его время. Дальше полчаса мои вопросы и ответы. У вас вопроса ни одного нету. У вас я не вижу здесь девочки одной. Она однажды сказала, я только приехал, она сразу подошла и говорит, а когда поедем на благовестие? Они с нами тогда ездили. Мы уехали, замерло. За 8 месяцев ни одного ролика. Ни одного чтения Златоуста, ни одного собрания, ни одного занятия. Мертвая зона, дыра космическая черная. Вот что может быть названо. Поймите, самое маленькое слово, по слову, оно пробуждает души. Я просто стоял и молился. Камера 112.
Я молился, больше ничего не делал. Человек один подходит со слезами. А можно я буду молиться с вами? И далее он все принял. Привезли, жена та, где отбывал. Утром, первая ночь прошла. Утром вы молились вчера ночью, сегодня ночью. А 7 человек на колени становились. Можем мы с вами будем молиться? Я еще не успел ничего сказать. Почему? Как называют аура. Это не наше слово. Ну почему вокруг головы рисуют? Это Бог делает, святость показывает. Понимаете, это нельзя сделать. Это не я. Меня везут обратно этапом. Я только захожу в камеру и новокузнец. В это время навстречу молодой мужчина, рослый такой, русоволосый, вот такой богатырь. А вы Бог? Да какой же я Бог-то? А мне сон был, что ночью сегодня к вам Бог придет. Бог придет в смысле проповеди, да, я проповедник, у меня Новый Завет есть. И он до утра переписывал, сидел. Да, он арестован, но арестован он по сегодняшним меркам ни за что. Тогда обмен был, культурный обмен, учителя Германии здесь демократически приезжали, преподавали, а русские туда. А там обмен валюты, и он замешан был, что менял валюту. И когда домой отправили, а он взял дорогу, да свернул в другое место, не приехал вовремя. Ну, его арестовали, неизвестно, что с ним будет. Он до утра сидел и переписывал. Сколько мы упустили таких возможностей. Моей заслуги никакой нет. Я просто пришел, поздоровался и ушел. Но с собой было Евангелие. Новый Завет. Братья Гедеонова. С псалтырью. Маленький такой. Следователь добивается, потому что меня арестовали по станции МГБ, Московской КГБ. И они должны были давать отчет, как следствие идет. Я следователь сразу поставил условие. Пока у меня не будет Евангелия, я разговаривать с вами больше не буду. Почему? Я хотел бы знать. Уже больше он от меня ни одного слова не услышит, пока не будет лежать Евангелие. Ему надо отчет давать. Какой отчет, когда я глухонемой? Я просто говорю, Павел делится опытом. Вот он когда был, я вернулся и долго рассказывал, как люди обращались. И там один Евтихий был, он из окна вывалился. Юноша убился и насмерть. А Павел на него пал, и душа говорит в нем. Я призываю к тому, что приходите на занятия. Месяц, вот 10-го, следующий будет. Будет месяц, как мы приехали сюда. Наши братья еще раньше. Но дело-то в том, что эта неделя особая. У нас будут прибывать новые люди. С разных сторон. Может быть, даже были из других государств. А ввиду вот этой обстановки военной, военная операция. Многие объявили бойкот. И приехать из Германии к нам нельзя. Можно только через то государство, которое нигде не участвует. А Сербия. Нужно из Германии в Сербию лететь, а потом в Россию. А у них уже билеты взяты из Германии. На крещение. 10-го будет крещение здесь. И у нас много людей, которые не придут. Были из Ливана крещение принимали те годы. Из Италии, из Германии, из Франции. Я уж не говорю Казахстан, это соседи наши. Почему? Слово живое. Да, сегодня я выставляю один материал ночью с моих ресурсов. У меня 3 видеоканала. Вынули его и выставили в интернете. Называется «Воспитание воспитателей». А воспитание воспитателей, сколько в нашем, там 300 человек примерно, которые интернетно, потому что каждые 2 часа у нас дозвон идет и на молитву, 100-поклонная молитва. А там минут 12 где-то. И вот сегодня взяли этот материал. Я скинул, Иосиф, тебя уже скинул. Я ваши не знаю дальше. У кого есть дети, придите к ним, каким-то образом перекачайте, дайте им. Материал, просто не найти такого материала. На опыте собственном, я 45 лет как директор лагеря был. И по всем святым отцам взято, и все, что можно было доброе. Воспитание детей, вас тоже это касается. Пока ребенок поперек лапки, говорит, лежит, тогда учи. А когда повдоль вытянется, он тебе не принадлежит. Этот материал сегодня я утром по одному. В моем мире раньше было, у меня друзей 10 тысяч. 4 кнопки нажал и 10 тысяч. Одновременно 12 фотографий получает. И на 5 тысяч файл. Так как пакости стали люди делать большие, отрезали 3 четвертые, требует разгадай кривые буквы. И поэтому все заблокировано. Поэтому на одного, на каждого. Притом без указания интернетного адреса. Я все утро сегодня все толкал везде. И вам тут тоже послал. Возьмите. Я вас заново просмотрел, выделил места красным. Какие
признаки, какие люди, что в детях бывает, на что обратить внимание, как, пока не поздно. Я это и хотел сказать, познакомить. Тогда можно ожидать, что в следующем поколении люди увидят плоды ваши. Все остальное сгорит. Богу нашему слава, что Он воскрешает и мертвых. Опережу тебя. Ты бываешь где-то, тебя тоже.